Пресс-конференция, прошедшая в Роспотребнадзоре Рязанской области, объединила в себе многие ведомства. Со стороны Министерства здравоохранения выступили и доктора практики, озвучившие новые виды прививок и те ситуации, при которых отказ от вакцинации приводил к смертельным случаям. Перенесенные инфекции грозят тяжелыми осложнениями. Так полиомиелит грозит стойким пожизненным параличом, корь – слепотой, энцефалитом, дифтерией, параличом и миокардитом, эпидемический паротит – бесплодием и сахарным диабетом, гепатит Б – циррозом и раком печени, краснуха во время беременности – врожденным органическим поражением плода. Если говорить о тех людях, которые все же выбирают для себя жизнь с применением вакцин, то можно отметить, что таких большинство. Благодаря этому значительно снизилось количество тяжелейших инфекционных заболеваний. Некоторые смертельные болезни исчезли вовсе. За последние 16 лет в Рязанской области заболеваемость вирусным гепатитом снизилась в 10 раз, коклюшем в 6 раз, заболеваемость дифтерией снизилась в 35 раз и уже не регистрируется в течение 10 лет. Заболеваемость эпидпаротитом снижена в 4,5 тысяч раз, краснухой в 330 раз. Эти инфекции также не регистрировались в течение 2 последних лет. Заболевания полиомиелитов не регистрировались с 1967 года. Однако достигнутые результаты, к сожалению, могут быть обратимы. Для сохранения здоровья граждан требуется продолжать вакцинацию. Так что целью предстоящей недели является пропаганда иммунизации для того, чтобы большинство граждан поняли необходимость и важность вакцинации. Для детей и взрослых будут открыты двери всех медицинских учреждений, где граждане смогут бесплатно сделать необходимые прививки. Людям будет уделено особое внимание.